Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть черепашки, ниндзя-легенды. Ну что, забираем свои награды ежедневные. Так, отлично, теперь забираем ревард. Так, открыть колоду, это я сделал. И теперь нужно сразиться в боях, плюс пройти одну серию испытаний и поднять уровень герою. Так, где у меня змей Ковьюн? Вот он. Навыки. Что нам осталось прокачать? Так, споровая буря. И потом у нас остается лишь пассивочка. Сложная биология. Так, нам не хватает... Ой, дофига еще. Сколько не хватает нам этих ноутбуков? Ладно, давай попробуем найти. Кольцо крутости. Это не круто, на самом деле. Ага, вот, ноутбук Дона. Выпал. Давай далее. Еще один. Шикарно. Так, теперь остается только здесь искать. Но я тебе скажу следующее. Шансов у нас маловато будет на то, чтобы мы сегодня с тобой собрали все это дело. Видишь, один мутаген дают. Это все с спецом. Ноутбук Дона. Окей, давай дальше. Мутаген. И вот пошло-поехало. Хотя нет. Вроде бы пока дают. А как говорится, пока дают, бери. Ну что ж, давай будем брать. Сколько нам еще осталось, а? 8. Ну, такими темпами, ты знаешь, мы будем с тобой до второго пришествия искать этот ноутбук. Это еще 7. Ага, 6, окей. Кольцо крутости, как будто оно как будто нужно. Так, смотри-ка, еще выпал ноутбук. Опа, слушай, а шансы-то увеличиваются у нас с тобой. Давай-ка еще раз глянем. И еще разочек. Мутаген. Кстати, мутагена у нас с тобой хватит для того, чтобы даже поднять уровень. Так, нужно еще 3, чтобы поднять уровень Бакстеру Стокману. Так, остается 2. Ну ладно, игра, хорош меня мучить. Давай мне 2 последних ноутбука и все, и разойдемся. Потому что уже пицца заканчивается, ты понимаешь? А если она закончится, мы с тобой, естественно, ничего уже не сможем тут поискать. Она просто тает на глазах. Да елки-палки, ну какое кольцо крутости? Ну зачем оно мне, а? Ну вот, это уже специально. Короче, 2 последние попытки. Первая увенчалась успехом. И последняя тоже. Да, ребята, в ноль ушли мы по пицце, но зато... Зато, как ты видишь, мы с тобой прокачаем до 6-й ступени споровую бурю. Ну, я считаю, это круто. Остается нам прокачать пассивочку. Сложная биология. Ну, я как посмотрю, здесь довольно все легко и просто у нас будет. Но это все, естественно, потом. Давай-ка заберем свой ревард. Так, поднять уровень персонажа и пройти серию испытаний. Ну, для начала, конечно, лучше пройти серию испытаний. Начну-ка я, наверное, вот отсюда. Забираем своих орлов и поехали. Воу-воу-воу, тихо. У меня не хватает, оказывается, пиццы. Я совсем забыл, что она здесь нужна. Ну ладно, потрачу $50, так уж и быть. Что не сделаешь для того, чтобы выполнить, извини меня, задание. Так, пройти серию испытаний. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик, как говорится, погулять. Ну что, у нас тут с тобой Бакстер Стокман подживает, да? Ну-ка давай-ка мы вначале клан футовцев разберем. Ай-яй, это было плохо. Так, Бакстер, давай, не выделывайся. Ну хотя бы заблокировали. Теперь мы его добиваем с тобой. Ну а дальше все как положено, как по написанному. Уничтожаем клан футовцев. Двигаемся на вторую волну. И кто у нас тут? Оу, Джастин. Мутагеноид, родные мои. Ладно, я поставлю на всякий случай уклонение. Хотя можно было бы и не делать, и так вы справились, но для подстраховки. Так, и будем бомбить Джастина. Не вырубили мы его, к сожалению. А так, если нормуль. Ну что, теперь будем с тобой мучить мутагеноида. Раз, два, остается только лишь... Ну, давай сделаем нам маузерами. Так, остается училка, но ее быстро Майки должен положить. Вот и все. Ну что, серию испытаний мы с тобой прошли. Получаем награду. Точнее, 2 награды, если быть точным. И
Погоди-ка. А, нужно же еще поднять уровень персонажа. Я этого не сделал. А мутагена у меня мало. Я думал, что мне хватит. Но мне бы хватило, если бы я не поднимал ему скилл. Тогда придется кого-то из слабеньких. Кого-нибудь из слабеньких. Ну, у нас тут есть, да, с тобой? Например, вот с саблезубом мы можем прокачать до 35 уровня. Вот так. Ну, а теперь забираем остатки роскоши и переходим с тобой на... Подожди-ка, я здесь колоду не открыл. На арену, друзья мои. Нам нужно сегодня взять топчик, потому что сегодня уже воскресенье, а завтра будет понедельник. И, как говорится, обновится неделя. Нахожусь я в данный момент в Лиге Мастеров. Как ты видишь, ранг у меня 48-й. 60 откатов я имею. 143, кстати, ПВП монеты. Надо будет это все дело сегодня потратить. Ну, а мы приступаем с тобой. Кендрик, это первый наш противник. Подожди-ка, зачем я так делаю? Секундочку, а почему это Рафаэль? У меня... А, ну он и был, по-моему, да, первым? Да, он у меня был. Что-то я думал, что с какого перепуга он здесь у меня стоит. Ха. Да, вот это надо же бы приглючило меня. Так, ладно, давай вот с этих вот начнем. Короче, я думаю, что Леонардо и Усаги справятся вот с этими орлами, которые сейчас у нас тут встают на пути. Так, Усаги, давай-ка делай-ка свою вертушку любимую. Посмотрим, к чему она нас приведет. Караечку сразу вырубили, и это классно. То есть, можно сделать такой определенный вывод, что Карайка, хоть у нее и большая инициатива, да, но в плане ХП она вообще ни о чем. То есть, она одна из первых падает от ульты, значит, все-таки у нее очень все плохо с защитой. Ну, а мы с тобой продвигаемся на 42 место. Вы что, серьезно, что ли? Я даже не сдвинулся, грубо говоря. Эй. Ладно, это кто у нас тут такой? Что это за Илья? Что он там... робот какого-то поставил с собой. Это же из Футурамы, если я не ошибаюсь, да, чувачок же. Так, ладно, слушай, подожди-ка. Если мы хотим с тобой сегодня взять топчик, мне нужно отыгрывать слабых бойцов. А я уже куда-то не туда лезу, действительно. Так, ну-ка, давай посмотрим, как здесь Карайка выстоит или нет. А ну-ка, покажи мне. Здесь выстояла чуть-чуть, да? Хорошо. Но я все равно считаю, что она, ребята, ватная. Может быть, по урону она еще что-то и может. Но, опять же, всего лишь одна массовая атака. А вот по защите слабовато. Не дотягивает она до уровня. Так, 36 место. Если мы с тобой хотим взять сегодня топ, нам нужно отыгрывать всех слабых персонажей. Поэтому нам придется, ребята, не сюда лезть, к 70-м. А наоборот, лезть в самый хвост. И я думаю, что это надо будет даже начинать где-то с 40-40-х даже поди. Скорее всего, вот так вот надо будет делать. Но, опять же, я тебе хочу оговориться. Если мы хотя бы одного пропускаем, не добиваем или еще что-нибудь в этом роде, у нас будут большие потери. То есть мы рискуем с тобой просто-напросто, вот и все. Но последний день недели можно, как говорится, и рискнуть. От нас, как говорится, не убудет. Ну-ка, Лео, красавчик. Всех уложили, да? Вот приходится таким вот образом, друзья мои, через Леонардо, через нашего Усаги-кролика проходить арену. Потому что мы что-то с тобой очень тяжело, я смотрю, поднимаемся к вершине Олимпа. Очень медленно. И нам просто без их помощи, ну, никак не справиться. Или мы будем с тобой здесь просто вечность топтаться, сольем все, извини меня, откаты. И никакого результата у нас не получится с тобой. Так что, как говорится, идем по наименьшему сопротивлению. Так, кто у нас тут? Ага. Майки. Так, Рафаэль плюс Бакстер Стокман. И Бибопчик вместе с Донателло. Так, ну одного мы уже шлепнули с тобой. Я думаю, Леонардо остальных добьет. Красавчики. Просто красавчики. Нет у меня слов, как все они замечательно делают. Ну что же, нам это большой плюс на руку. И мы с тобой двигаемся дальше. С 27 позиции на 17. То есть, грубо говоря, я пролетаю по 10 ступенек. Окей.
Так, а здесь мы с тобой возьмем. Блин, тут слабее нету. Опять Илья с Футурамой. Ну давай. Возьмем. Как этого робота назвали? Беннер, по-моему, да? Из Футурамы. Так, и остается у нас Бибоб, Кейси Джонс и Пиццелицы. Кто-то там ярый один из подписчиков кричит мне постоянно: Рэй, прокачай Пиццелицу, прокачай Пиццелицу. Почему ему так нравится Пиццелицы? Может быть, ему нравится просто пиццу эту кушать? И он хочет, чтобы эта пицца все время присутствовала в боях и нагоняла на него аппетит? Да, боксер Стокман упал от постепенного урона. Ну что, давай посмотрим, перейдем мы с тобой сейчас или нет. Мне кажется, на седьмую или шестую ступеньку мы с тобой перепрыгнем. Нам не хватит запала, да? Ну, так и есть. Даже на восьмую. Но, тем не менее, это последний бой. И мы с тобой перейдем в Лигу Мастеров 3 звезды. А в Лиге 3 звезды там уже будет, ребята, 79 уровни. И вот я сейчас смотрю и думаю, а хватит ли мне там подняться до топчика? Вот в чем вопрос. Потому что персонажей нужно будет много, если такими темпами по 10 ступенек. А я думаю, на финальных боях уже будет, наверное, не по 10, а там по 8, по 6 ступенек мы продвигаться. Нам очень много нужно будет персонажей. Так, ну что, перейдем. Ну, по идее, сейчас мы должны с тобой залететь. Залететь в Лигу Мастеров 3 звезды. Ну-ка. Так оно и есть. И местечко, как ты видишь, у нас с тобой 98-е. Ну что же, ну что, напрягемся, ребята. Будем брать вот Константина. Он, видишь, сам в шоке, что я ему попался. Поэтому давай, приступим. Так, раз, два, три, четыре. Ага, раз, два, три, четыре. У меня два бойца основных и три слабых. А я куда-то там четвертого хочу взять. Так, Рокул, хорош там медитировать. Пальчики свои он там сжал. Так, ну что, первый делает удар Усаги. Довольно успешно, ребята, на всех повесил постепенный урон. И Леонардо всех добьет. Не добьет, так постепенно рассчитается. Все. Давай посмотрим, насколько мы сейчас здесь будем с тобой продвигаться по ступенькам. Вот для меня лично очень интересно. Так, 98-е было место, становится 10 ступенек. Но если так пойдет дело, то это хорошо, ребят. Так, тут у нас Паул. А может быть, Павел. Не знаю, как точно. Ну-ка, раз, два, три. У нас сегодня, ребята, еще испытание. Последнее на сегодня, да, на этой неделе. Это будем драться за Усаги. Хотя он у меня есть, ну так, ради фана. Все-таки нужно поиграть в него, да? Кстати, опять Усаги очень успешно провел удар. Как ты видишь, на всех повесили постепенный урон. И, конечно же, Леонардо всех остальных добивает. Если Усаги вот так вот будет постоянно делать, то это все очень даже хорошо закончится у нас. Так, продвигаемся. Сейчас должна быть 78-я, да? Точно. 10 ступенек. Так, все, я смотрю, ребята, у нас закончились с вами слабачки. И начались уже 79 уровень. Саша, лунтик, елки-палки. Так, возьмем Эдди, наверное, да, с тобой? Берем Эдди. Так, бойцов еще, ну, хватает пока нам. Но я тебе скажу, что сейчас будет напряженно. Сейчас даже, скорее всего, Усаги вместе с Леонардо не смогут справляться. Надо будет кого-то брать третьего на добивание. По-моему, так мы с тобой делали в последние разы. Так, постепенно на всех. Леонардо делает вертушку. И этих, да, этих. А вот сейчас, если бы не было вот этого постепенного урона, они бы начали разбирать моих персонажей. Поэтому надо будет брать кого-то третьим на добивку, как я тебе и говорил. Так, 68 место. Еще 6 боев, судя по тому, как мы с тобой продвигаемся. Возьмем Скотта. И давай-ка брать Леонардо плюс Усаги. И на подстраховку у меня здесь пойдет в данный момент Зек. Возьмем с тобой Зека, Рафаэля и Донателло Видение. Все, поехали.
Хотя из зэка такой добивальщик, я тебе скажу. Бомбочка его не настолько много урона наносит, но дает один большой положительный плюс. Это именно замедляет вражескую команду. Опять же, если сработает это замедление. Вот смотри, он бросает бомбочку. Замедляшка сработала только на троих. То есть, как бы, тоже нет такой особой гарантии, да, что зэк нам здесь в этой команде может чем-то помочь. Опять же, все на рандоме основано. Он может замедлить, а может не замедлить, может вообще пропустить, промазать и все. Так, 58 место уже, да? 5 боев. Ну что, здесь мы с тобой, наверное, возьмем Билла. Да, возьмем с тобой Билла здесь. А я хочу отыграть Майки, потому что оно... Больше, ребята, его негде отыгрывать. Больше его просто негде отыгрывать. И возьму Кирби вместе с Джастином. Угу. Вот такая вот команда. Ну что, уклонение явно здесь нам не понадобится. Начнем, наверное, с Мондогека. Так, давай. Давай, давай. Усаги крутит, вертит. Ну, в принципе, если мы Рокула с тобой победим с вертушки, да, то нам здесь больше никто не угрожает. Остальные все от постепенки отдуплятся. Отлично. Ну что же, поехали тогда дальше. Нам с тобой остается 4 боя еще сделать. Ну, грубо говоря, 5. Так, какая? 48-я позиция? 47-я даже, окей. Ну, кого выберем? Так, ну что, я думаю, наверное, выгодно нам брать с тобой Марка. Потому что там и уровень поменьше, да? И, как говорится, хлопот тоже будет поменьше. Так, возьму Карайку сюда, наверное. Тимати. И вот этих вот. Эйприл Кунаичи и Донателло Космос. Блин, Карайка. Но если ты меня подведешь, я не знаю, что с тобой сделаю, а? Лучше бы ты не подводила. Так, ну тут все равно многое зависит от нашего Усаги. Это как бы топ-лидер наш, да? И видишь, что он творит? Он на Рафаэля не повесил постепенного урона. Угу. Опять же, все благодаря Лео. Лео взял вертушку и всех повалил. А могли бы встрять. Ну что, 37-я позиция или какая? 38-я? 37-я, окей. Получается, 3 поединка еще, да? Так, Киас, Карлос и Александр. Ну, давай, наверное, возьмем с тобой... Я возьму Киаса. Не знаю почему, но вот мне показалось, что он, по-моему, будет здесь поватнее, да? А здесь Рокстеди, здесь Леонардо, Донни, Морозильная кошка. То есть, такие персонажи для нас, короче, для разборки пойдут. Для халявной, к тому же. И всего лишь 2 слабых персонажа я беру с собой. Ну что, стоят орлы, да, здесь? Такие деловые, особенно Рокстеди. Кулачки тут. На бедра свои поставил. Типа делаш такой, вояка, ё-моё. Блин, а почему так много здоровья-то? Эй-эй-эй, Донни мне не нравится здесь. В плане Рокстеди все-таки выжил. Ну ладно, валунчиком тогда давай-давай. Армагон, быстрее. Ха. Повезло, что мы с тобой взяли Армагона. Сейчас бы у нас тут полетели бы головы Рокс, либо точно упал бы, и Алапекс тоже развалилась бы. Но нам повезло. Так, ну что, давай 27-ю позицию мне. О, 26-ю. На одну ступеньку мы с тобой смещаемся. И здесь мы возьмем... Ну, давай Айрата. Хотя можно было бы опять Марка взять. Но я хочу... Смотри, Донни, 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 3 Донателло. А здесь 2 Рокс. А тут 3 Микеланджело. Ничего себе, командочки пошли. А ну-ка давай, Леонардо, возвращайся. Усаги, возвращайся. Так, мы с тобой возьмем сюда Змейка Вьюна на всякий случай, да? И тут у нас раз, два. Все время хочу третьего взять. И забывай, что третий у нас уже был Змейка Вьюна. Ну что, хлопчики, готовы вы погибнуть в этом бою или нет? Да, конечно, готовы. Уже заведомо, я знаю, что они здесь проиграют.
На всех абсолютно повесилась постепеночка. Это большой плюсик, жирный, я бы так сказал. Смотри, даже вот что они тут сделали? Да ничто, мы споровую бурю применяем и добиваем. Кстати, вот споровая буря у Змейковюна, я считаю, что одна из сильных самых атак. Массовых причем. Так, ну что, мы с тобой на... Хотел сказать, на 16-ю позицию, но почему-то мне дали 19-ю. Ладно. Ничего страшного. Так, тут у нас есть Стефан. Вот, наверное, с него и начнем. Было у нас сколько с тобой откатов? 50. Осталось 32. Ну, ничего страшного. Ничего страшного. Нам с тобой осталось всего лишь 2 поединка отыграть. И я думаю, что все. Мы зайдем с тобой в топчик. Так, Усаги действует первым. Так, Донателло и Ванька, да, миновали вместе с Микеланджело постепенного урона. Но я думаю, что Леонардо здесь подкорректирует ситуацию. Давай, Шерхан. Изи. Так, ну что же, а мы с тобой продвигаемся тогда дальше. И у нас остается всего лишь один бой. Ух. А завтра, ребята, мы с вами в понедельник должны получить осколки. И, по-моему, золотых осколков нам хватит для того, чтобы мы с тобой смогли прокачать одного из персонажей. Платиновых еще, к сожалению, пока нет. Нам только лишь через следующую неделю дадут 440. Ну, я имею в виду осколков, чтобы у нас было с тобой 400. Так что надо воевать, терпеть, страдать. Так, возьмем, наверное, здесь с тобой Сашку Александра вот этого. Тут последний бой, тут уже не важно, кто с нами пойдет. В любом случае мы тут раскатаем с тобой их всех. Так что давай-ка вперед с песней. Ну, давай-ка с постепеночки начнем. С постепеночки. Мне кажется, этот удар называется «Танец клинков». Хотя, на самом деле, я не помню, как он называется. Эй, Донни, ну ладно тебе. Все, друзья мои, по-моему, сейчас мы с тобой станем первыми. А ну-ка, покажите. Да, друзья мои, топовое место. Вот и все. Так, зайду-ка я быстренько в магазин, кое-что посмотрю. Так... Я не помню, у меня что, 63 ДНК на саблезуба. Надо будет разбомбить. Так, здесь мы с тобой покупаем. Ну, Рафаэля, естественно. Так, а по жетонам у нас с тобой все плохо пока, да? Так, значит, давай-ка мы с тобой найдем саблезуба. Где же он у нас тут ныкается? Саблезуб. Хм. 63 ДНК, нехило. Так, обмениваем, конечно же, обмениваем все это дело. Ну что, друзья, остается у нас с вами испытание. Так, а что у нас вот здесь вот в духе? Ну-ка, можно глянуть? Ага, против гриба будем драться, да? Слушай-ка. Подожди, давай мы, наверное, пока не будем трогать, да, этот гриб. А попробуем с тобой пройти Усаги эпизод. Я, правда, не знаю, ребята, что мы с этого поимеем. Кроме как растратим с тобой абсолютно весь наш сыр. Так, ладно. Да и к тому же команда такая, знаешь, только лишь Усаги и Леонардо здесь будет рулить. Ты сам понимаешь, да, почему? Во-первых, топ-левел. Но, во-вторых, свои массовые атаки они применять будут как надо. Ну что же, первый из Усаги у нас тут погиб. Он был самым простеньким, всего лишь 40 уровня. И мы с тобой двигаемся дальше. Дальше будет 50, судя по всему. Поехали. Да, 50 уровень, и грибы. Он постоянно в окружении этих вонючих грибов. Кто-то написал: Рэй, ты, наверное, и в жизни ненавидишь грибы. Нет, ребята, в жизни грибы мне очень даже нравятся. Особенно жареные с картошечкой. Или, например, там соленые опята или лисички жареные.
Но вот в игре вот здесь я почему-то их терпеть не могу. Причем их называют люди-грибы. Какие они нафиг люди? Я в них ничего человеческого не увидел. Так, ладно, разговоры в сторону. Мы еще одного Усаги победили и переходим с вами на третий эпизод. Уровень, друзья мои, уже 60-й, а у меня на пределе, как говорится. У меня Змей Ковьюн и Тимати, как ты видишь, 70-го уровня. То есть в следующий бой они со мной не идут. Мы будем с тобой вдвоем, вместе с Усаги и с Леонардо, отдуваться. И это будет сложно. Ага. Так, и добиваем с тобой Усаги. Все, парень, пока. Так, Тимати, Змей Ковьюн, вы уж меня извините. Ну, для следующего боя вы не подходите. Вас придется просто убрать. Так, а у нас с тобой 4-й эпизод. А всего их здесь 6. Ну, мне почему-то кажется, что Усаги и Лео здесь справятся вдвоем. Вообще на топ. Вот грибы противные, конечно, да, тут не поспоришь. Ну-ка давай, Усаги, вливай тонну урона. Так, отлично, гриб. В плане. Я не понял, а почему Усаги-то сдулся? Он, видимо, должен был сходить, но на нем был постепенный урон, и он от него отдуплился. Скорее всего, так, друзья мои, произошло дело. Потому что, ну, он бы не смог завалить его с одной, извини меня, плюшки. Это просто противоречит всем жанрам. Так. Ну вот, ребята, вот. Начинает, короче. У него инициатива уже, да, пошла? Офигенная. Блин, у нас еще постепенный урон висит на Леонардо. Сейчас посмотрим. Ну, тоже делаем, во-первых, удар наш. Грибы мы должны с тобой вырубить. Хм. Не все. Так, вертушка, конечно же, добьет. Так, этот сейчас будет лютовать. Что он делает? Месть. Понял. Он делает месть. Блокируем, наверное, его, нет? Хм, не вышло. А проникающий пробьет? Вау. Так, а он заблокирует. Тихо ты. Да куда? Да ты лезешь. Ну-ка давай, Усаги наш. Есть. Ты нифига смотри, что он делает. Он по 4 раза заходит. Обалдеть. Я понимаю, конечно, 2 двойных удара, но это перебор. И главное, что наш Усаги выжил. Блин, эпизод 6 это будет сейчас, ребята, трэш. Тем более мы прекрасно знаем, что такое 90 уровень. Сейчас будет люто, поверь мне, очень люто. Он со своей инициативой, конечно, сейчас тут постепенный урон, наверное, на всех повисит. Блин, опять Усаги досталось. Тихо. Блин, они еще по 2 раза ходят, а? Хотя не все. Ну давайте мы уже будем бомбить сегодня или нет? Усаги, выруби, пожалуйста. Или постепенный урон повесь, а? Будь добр. Гриб этот выжил, охламон, а? Фига ты! Так, ребят, нам, наверное... Твою ж налево, ладно, делаю вертушку. Я думал, может быть, хильнуться. Наверное, хильнуться надо было, скорее всего, ребят. А, сейчас вырубит мне. Трындец. Все, друзья мои, я даже не знаю, что мы сейчас с тобой будем здесь делать. Меня сейчас здесь вырубят. Тоже заблокировал, да? Все. Блин, вот это жесть. Это, конечно, жесть. Тут я не знаю, ребят, как проходить. Нет, есть один, конечно, вариантик. Это вот так вот сделать. Но я почему-то сомневаюсь, что они выживут после удара от Усаги. Тем более вот этого массового. Хм, выжили, как ни странно. Но надолго ли? Понятно, Змей Ковьюн уже сдулся. Поехали. Давай, Усаги родной. Повесь там на них, я не знаю, постепенный урон. Угу. Так, ребят, для чего я брал Тимати и Змей Ковьюна? Именно вот для этого, чтобы отвлечь Усаги. Так, он делает месть. Попал. Так, а у нас... Давай попробуем заблокировать. Ага. Так, ну не забывай, что он сейчас будет делать серию ударов.
блин, его не пробить, ты прикинь? Просто не пробить. Он еще и баф на себя вешает. А баф у него, по-моему, контрудар идет, да? А, нет. Слушай, ну так все тогда. Ребят, естественно, они на 3 звездочки не прошли. Тут его очень тяжело пройти, как говорится, не погибнув. Но нам главное, что мы с тобой прошли это испытание полностью, да, и забрали с тобой 4 ДНК. И причем мы вот здесь можем с тобой фармить. Да это нам и не нужно. На самом деле вот эти вот персонажи нам не нужны. Да, нужен мне, конечно, Микеланджело, Кунаичи. Но шанс их здесь вытянуть маленький. Так, у меня есть немножко еще сыра. Я думаю, что мы сходим с тобой сюда. Так, 70 уровень, может быть. Вот это все убрать. Поехали. Будет опять же Усаги один и Леонардо. Я думаю, справимся. Так, опять грибы эти, а? Какого уровня они? 70-го. Поехали. Ну, хорош, белки. Так, минус грибочек. И давай добивать с тобой мутант белок. Если бы, конечно, двойной удар был бы, это было бы шикарно. Так, давай, Леонардо, добиваем с тобой эту белочку. Усаги добивает эту. И двигаемся с тобой на вторую волну. А на второй волне две крысы и два грибочка. Давай-ка я, наверное, сделаю массовую атаку. Ну и где у нас там этот гриб-споровик? Вот он. Когда-то он был боссом, я помню, да? Довольно серьезным. Сейчас, мне кажется, он... Ого! Парнишка, нифига ты тут дебафы такие повесил. У него еще там, видишь, я только сейчас увидел, что у него есть, ребята, ручонки-клешненки. На тебе. Отдуплился. Но это и понятное дело, ребята. Здесь так и должно было быть. Здесь он ватный. Ну а дальше он будет только сложнее, сложнее и сложнее. Но у нас с тобой не хватит, наверное, сыра. Снаряжение дух мы с тобой получаем. И попробуем перейти на следующее испытание. Так, как ты видишь, уже 80-й уровень врага. Ну, по крайней мере, надеюсь, этих грибов здесь не будет, да? Давай-ка. Да, я думаю, здесь мы с тобой еще немножечко повеселимся. Ну, вот именно на этом эпизодике. А вот дальше уже будет, наверное, сложно. Так, крыса неугомонная. Ну что, Леонардо, давай, врубай, у тебя две атаки есть. Кстати, у Усаги тоже две атаки. И это большой плюс. Так, а здесь у нас тараканы и тля или моль. Называй как хочешь. Не повезло ребятам. Ну вот и грибочек. Дошли мы с тобой до него. Так, он сейчас будет опять дебафать нас, да? Он будет сейчас дебафать. Что у него за фигня тут в груди, я не могу понять, торчит. Так, мы получим. Вот, вот, ребята, заблокировали. Это уже большой плюс. Так, проникающий. Трындец, что-то он какой-то здесь ватненький оказался. Ну, видимо, то, что мы его еще заблочили. И первый у него удар вообще ни о чем, да? Он отнял просто немножко здоровья, а понижение атаки и защиты он мне не сделал. Так что мы его быстренько и пробили. Да, ребята, можно было бы, конечно, попробовать эпизод третий, но у меня закончился сыр. Так что я считаю, что мы с тобой неплохо сегодня повоевали. Мы с тобой находимся в данный момент в топчике. Я надеюсь, нас еще не сбросили. Давай-ка глянем. Нет, на первом ранге я. Прошли мы с тобой испытания. То есть все, ребята, все у нас по фэншую. Так, у нас пиццы нету. Хотя почему нету? Есть. Поэтому можно на дорожку крутануть, наверное, рулетку, да? По старой доброй традиции. Поехали. И выпадает нам Майки. Нет, нам выпадает Донателло, отлично. Да что мне все сюда-то тянет нажать? Давай здесь вот. Я быстренько, ребята, нажал и, как говорится, отпустил. Блин, лучше бы Кейси Джонс фильм бы нам выпал. Так, и последний. И
последнее. И нам выпадает... Воу, Кейси Джонс фильм. Вот это уже хорошо, друзья мои. И на этом все. Всем пока и до новых скорых видосиков. Удачи вам!